Ну вот мы вернулись к тому, с чего все началось, к той самой битве у Останкинской телебашни или то, что от нее осталось. Подобрались, товарищ полковник. Что это за шутки? Слышите? Какого черта? Круг, быстро! Опять армада этих мутантов несется на нас. А патронов у меня нет абсолютно. Целых 7 штук есть. Пошел вон. Отстань. Два патрона. Все, нет патронов. А я-то какой... О, это был неожиданный удар спидом. Ну ничего другого на самом деле не произошло бы. Так оно все и запланировано скриптом. Эпичное обрушение нашего мотовоза. И мельник приходит к нам на помощь. Патрончики. Да я зарядиться-то. Кого ты там уже мочишь-то? Всех убил. Какой молодец. Я поспешил тебя хвалить. Здесь ничего нет. А чё все на меня-то? Все, нет патронов. А, фак! Помоги! Помоги, мельник! Чё вас так много-то? Да кто там? Боже мой, а? Ну давай же! Чё, мельник, как-то ты меня разочаровываешь. Давай, давай, не, ну с этим-то все понятно. Артём, осмотри комнату, живо. Аптечки пригодятся. Срочно перезаряжаемся. Да и вкус твой не очень. Рассвал я зря гранату, я так понимаю. Вперед, вперед! Все, с этим закончили. Здесь совсем патронов нет. Орда мутантов продолжает снестись над нами. Мы проскальзываем внутрь башни. Теперь надо найти путь наверх. Ну давай, Миля. Ты у нас самый головастый, лифт не работает, я так полагаю. Но, тем не менее, он явно им заинтересован.
Неужели придется карабкаться? Легче сказать, чем сделать. Путь наверх. Есть мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Противовес, говоришь? И как в фильме «Матрица» помчимся навстречу неизвестности? Давай, давай, упырь, я жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Ух ты, ёп! И мы наблюдаем Москву с высоты птичьего полета. С верхушки Останкинской телебашни. Или то, что осталось от Москвы. Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель открыта за облаками. Мы поднимаемся, прием. Ух ты, ёп. Да пошло-то. Дрей. Отвали от меня. Закар, ты здесь. Здесь дырку надо преодолеть. Спокойно. Так, мельник нас прикрывает. За что ему огромный мерси. А здесь лестница. Давай наверх. Лестницу вижу. О, мельник. Здорово. Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. Вот ты срань, а. Умри. Стреляй, Артём! Артём, мельник, прием! Умри. Зацепили тебя, да, старина? Вот чёрт. Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артёмом. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Я позовем с тебя стол, ты не против? Придётся забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Ну, давай, парень. Я так и понял. Теперь все в твоих руках. Что все в моих руках. И ни черта уже я с этим не поделаю. Придется самому все разруливать. Ничего нет. Так, нам на эту лестницу, судя по всему. Тут вот лестница разваливается на глазах. Карабкайся давай. Давай, давай. Оп, 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 оп. Буквально просто на части разваливается. И уже сама лестница отвалилась к чертовой матери вместе с площадкой. Так, фильтры пригодятся на всякий пожарный. Он здесь. Да я иду за вами. Он несет смерть. Нет, я несу всего лишь лазерный указатель. Он пришел истребить нас. А что делать? Ничего не поделаешь. Слышу, выдвигаюсь. Что здесь? Бедный парень, которому не повезло. Блин, застреваю в текстурах, это немножко напрягает. Забираемся выше и выше. Так, здесь надо аккуратненько пропрыгать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Так, все, ползем наверх. Ничего себе, такие глыбы льда он одним ударом просто разрубает.
таки дальше. А дальше лестница. Остановите его. В каком смысле? Ага, вот как вы заговорили. Уже и уничтожить, да? Слышу. Слышу, только сказать ничего не могу, как обычно. Так, та самая башня. Тот самый шпиль. Восстанавливаем систему лазерного наведения. На логово черных. Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Я не буду никуда уходить. Да что вы говорите? Опаньки. Нельзя позволить ему. Мы уничтожим его. Не, ну они борются за свое право на жизнь так же, как и любое живое существо, я повторюсь. Поэтому их трудно в чем-то упрекнуть. Но они опасность для нашего вида, для человека, поэтому мы должны их уничтожить. Все классическая такая штукенция, я бы сказал. Тупик. Интересы двух видов. Невозможно соблюсти единовременно. Туда нам не надо, там обрыв. Если остается единственный выход, это... Ух ты, ё-моё. Мы остановим тебя. Они хотят столкнуть меня с башней, посылая в мой мозг эти галлюцинации. Опаньки. Проход появился. Нельзя мне позволить на красный не идти, идти только на бледно-голубой. Здесь якобы тупик, но на самом деле нужно просто побежать обратно. Навстречу черным не идти. Мельник. И не подумай. Хана не хватает сейчас. Прыг-скок сейчас будем делать. Текстуры будут появляться под ногами. Упасть тоже есть вероятность. Конечно, я пришел вас истребить, что еще с вами делать. Идем сквозь текстуру, блин. А-а-а! Блин, страшно же. Так, там черный. Туда, значит, не идем. Тихо, тихо, тихо. Мне же страшно. А вот и не подумаю. Золотые слова, Хантер. Единственный выход – это застрелить черного. Его. Его.
И черный падает. А вместе с ним падаем и мы. И вот он, труп черного. Артем, вылетело! Принимайте посылочку! Аллилуйя, братья! Какой-то мудрец сказал: «Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили». Ну что ж, история метро 2033 подошла к своему логическому завершению. Ну а с вами был Джейсон, и это был канал True Money Games, игра от настоящих маньяков. Если вы любите видеоигры, то подписывайтесь на наш канал. Оставляйте лайки под данным видео, пишите комментарии, заходите в группу ВКонтакте, там множество интересных новостей. Также вы можете там задать вопросы автору, то бишь мне, в разделе «Вопросы и предложения». Также в описании вы найдете множество интересных ссылок, другие прохождения, трейлеры и так далее и тому подобное. Что ж, с вами был Джейсон, канал True Money Games. Всем удачи и пока. Если ты настоящий геймер, если ты хочешь быть в курсе всех новинок игрового мира, если тебе интересны прохождения игр на YouTube, Подпишись на игровой канал True Mania Games и посети паблик TN Games. Самые быстрые прохождения, трейлеры и новости из мира игр. True Mania Games. Игры от настоящих маньяков.